Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 1318. События дня. Филиппийцам 4:6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Ну и дальше наше объявление. О детях. Умерла мать. Тормозите, можете просчитать. Об этом 4 ролика. Здесь просто переписка. Кто что писал, я читать уже не буду. Тут охрип. Вячеслав пишет: Игнатий Тихонович, мир вам. Пишу по такому поводу. В ближайшие дни, если Бог даст, и живы будем, поеду в гости к отцу Владимиру Головину по его приглашению. Судя по всему, он посмотрел мой отзыв о Потеряевке. Так вот, я поеду не только как от себя, но и от вас. Тоже должен что-то передать. Если у него ваши книги к истинному православию, надо ли ему подарить? И что вы хотите, чтобы я передал? Напишите. Я пишу. Ждем, дорогой батюшка. Вы обещали, исполните свое обещание, и о том не пожалеете в судный день. Тут вы отдохнете. Подарите ему нашу книгу к истинному православию, которого православие некоторые, даже архиереи, не нюхали. А здесь у кого, как, где беседы переписываются. Профессор Пилипенко, целительные розги. У меня много тут взято от него. И правильно все. И вот материал один выставили. Ну, фотографии тут, конечно, в Америке получили. Мои книги прислали. Ну, вот они. Я сказал так, переделать. Потому что... Вот здесь рабочий стол. Вот Игнатий. Я его просто потеряю. Иди сюда. Вот. Вопрос. 3874, 26 том, открытым оком. Вы перепечатывали на пишущей машинке, распространяли орлиную песнь православного историка Красного Левитина. Кто он такой и где он сейчас? Ответ. Мне говорили, что он уехал во Францию и там погиб. В советских лагерях он отсидел якобы 6 сроков. Пишет, трусость – мать всех пороков, трусость и ничто другое, трусость, проказа, разъедающая мою родную страну, трусость – вот та болезнь, которая больна моя родная, трижды больная церковь. Как принижает трусость человека, честный становится подлецом, свободный рабом, благородный халуем и хамом. Трусость и корысть правят ныне русской церковью в лице епископата. Прочитайте, я проведу. Тормозите, большой материал, по-другому я никак не могу передать. Это Татьяна Кузьминична Капустина, старшая сестра
звонит из Барнаула, встал я или нет, проверяет. Я просил это делать. Вот здесь считайте. Не знаю, будет видно или нет, но желаю, чтобы люди знакомы были. Володя Пащенко, благослови его, Господи, и Татьяну. Двойной контроль над моим сном, просьба. А третья еще наказывала жене, чтобы рядом тут пришла и в окно постучала, встал я или нет. Пока ни разу не застали спящим. Не знаю, видно будет или нет. Ну, вот так. Вот это вот. Все пока на этом. Сегодня, вчера бульдозер работал на шлюзе, это за вчерашний день, и на втором мостике хорошо работал Алексей Лаврентьевич, 66 лет ему, я доволен. И рыбу поймали мы, 125 килограмм вытащили. Вечером успел по деревне развез 7 по 15 карасей. А перед этим было по 10. И кто сколько желает, дали. Ну, пришел Игорь Глушков, я ему карасей дал где-то, ну, я не знаю сколько, ну, килограмм 15. Помельче, которые. Вот такое дело. Другим предлагал. Все на этом.